шофер с этой машины запомнил. Несоблюдение скоростного режима, вот и все. Все, что... Бесполезно. Если бы он с ним что-то было бы, с ним авария или что, тогда бы тот был виноват. А так... Планета сюда нет. А вы считаете, кто виноват? Это не я считаю, это правило, куда ты считаешь. То есть не Lexus виноват, а вот вторая машина? А мы-то что ехали? Мы ехали потихоньку, с ребенком тем более. Ну, а насколько люди пострадали? Ну, ребенок у нас сильно пострадал, сейчас увезли на скорой же его. А что там у него? Лоб весь. А сколько лет ребенку? 2 годика. 2 годика? Да, так он сидел на заднем сиденье, а я впереди сидела. У вас что-нибудь есть? Да нет, ничего нет. 4 губы только вместо 2. Здесь все. А за рулем сидела дочь ваша, да? У нее как состояние? Ну, трясет, конечно, но не знаю как. Ну в смысле, повреждений нет. Нет, да? Ну, я так понимаю, что она поехала с сыном, да. Сыном, да? Угу.